Приветствую всех, дорогие друзья! Итак, у нас завершилась очередная благотворительная лотерея, где призом станет фотосессия. Фотосессия от фотографа Оксаны Демьянец. Вот ее аккаунт на Фейсбуке. И ссылку на ее аккаунт я оставлю внизу в описании под этим видео, где вы сможете перейти на аккаунт Оксаны, ознакомиться с ее работами, познакомиться с этим замечательным человеком. Это очень талантливая девушка и очень добрый, отзывчивый человек. Спасибо, Оксаночка, тебе большое за такой вот замечательный приз для моей лотереи. Я очень рада за победителя, который выиграет этот приз. Я считаю, что это просто замечательно получить фотосессию от такого талантливого фотографа еще в такие предпраздничные новогодние дни. Я думаю, что просто будет фотосессия просто замечательная. Условия самой лотереи я опубликовала в группах на Фейсбуке и в группе в Одноклассниках. Было всего 40 билетиков, и все они уже распроданы. Как обычно, тиражная комиссия у нас будет генератором случайных чисел. Ссылки на группы я также оставлю внизу в описании под этим видео. Вы можете вступать в группы, ознакомливаться с информацией, делиться с друзьями, знакомыми, быть в курсе событий, что происходит, какие проходят сейчас лотереи и какие картины продаются. То есть вы можете выбрать себе картину, купить для себя или в подарок. Да, для тех, кто не знает, я пишу картины и продаю их, где средства также идут на лечение, на операцию, ну и, естественно, на расходные материалы. Итак, сейчас непосредственно мы переходим к самой лотерее и узнаем, кто станет победителем. Я перешла на сайт «Генератор случайных чисел». Так как у нас выкуплено 40 билетиков, то диапазон я выставляю от 1 до 40. Так, и нажимаю «Сгенерировать числа». Итак, у нас выпало число 37. И сейчас посмотрим, кто стал обладателем 37-го билетика. Итак, смотрим, кто стал счастливчиком. Так, Бубенщикова Наталья выкупила билетики номера 32-40. И она стала обладателем выигрышного билетика. Наталочка, поздравляю тебя с победой, с таким замечательным призом. Я очень просто рада за тебя и счастлива, что у тебя будет такая замечательная, классная фотосессия. Я думаю, каждый бы просто хотел бы себе фотосессию, особенно вот сейчас, зимой, на Новый год. Это просто супер. Спасибо тебе за участие. Желаю тебе множества еще впереди прекрасных побед. Естественно, счастья, женского счастья, семейного счастья. Обязательно крепкого здоровья, большой взаимной любви, благополучия, ну, естественно, достатка. Также всем очень благодарна за участие в лотерее. Благодарю вас за это, благодарю вас за поддержку. Тоже желаю всем огромного счастья, крепкого здоровья. И так как сейчас вот уже новогодние праздники начинают, и такое предпраздничное настроение, я желаю вам всем замечательно провести эту зиму, эти праздники, и пусть будет всегда у вас радостное настроение, пусть каждый день приносит вам приятные сюрпризы, чтобы вам было весело на душе, чтобы жизнь казалась вам прекрасной, чтобы жизнь стала и была прекрасной для всех нас. Еще раз всех благодарю за участие в лотерее и за вашу поддержку. Ну, а завтра у нас уже стартует новая лотерея, где призом станет замечательная елочка ручной работы. И завтра будут опубликованы условия участия лотереи в моих группах. Поэтому вступайте в группы, ознакомьтесь с информацией, с условиями участия лотереи, принимайте участие, и вам обязательно повезет.
И помните, делать добро – это всегда приятно и становится теплее и лучше на душе. И также плюсик в карму. Всех люблю, целую. До новых встреч. Ваша Оксана. Пока-пока.